по Днепру на обычном спортивном мотоцикле. Смельчак-каскадер Сергей Совяк впервые в Украине проехался на мотоцикле по водной глади. Какое преодолел расстояние? Олег Шумейко знает. Вода в Днепре ледяная, на улице плюс 5, но это не останавливает 27-летнего спортсмена-каскадера Сергея Совяка. Он твердо решил испытать свой спортивный мотоцикл в водной стихии. Идею вынашивал более полугода, а осуществить решил перед новогодними праздниками. Обычно в это время уже куча снега, все замерзло, мы уже на шипах просто по льду тренируемся. Но в этом году и зима нам подогревает, и у нас как бы все лето, вся весна, осень была занята гонками, тренировками. А вот только уже на зиму появилось свободное время, и мы подумали, а что сейчас сделать. В мире таких смельчаков, как Сергей, не больше десятка. В Украине он первый. Сначала идею озвучил одноклубникам Spirit Racing Team. Если чего-то хочется, неважно, какие есть, меньше придумывайте невозможных вещей и больше делайте, тогда все будет возможно. Мы просто делали то, что мы сами считали, что это невозможно, но мы делали, искали варианты, как это сделать возможным, а не находили какие-то отговорки. С первой попытки спортсмен проехал 800 метров по Днепру, немного передохнул и со второй преодолел уже 5 километров. Это очень круто. Были сомнения. Я, наверное, больше всех сомневался. Может, не получится. Может, мотоцикл, может, я что-то не вытяну. Но мы это сделали. Все возможно. Главное – желание и люди, которые тебя поддерживают. Результат Сергея Совяка внесли в Национальный реестр книги рекордов Украины как самое большое расстояние, которое удалось преодолеть по воде на спортивном мотоцикле. Олег Шумейко, Юрий Шульга, UATV.